вам Игорь молится немножко сюда чуть-чуть. Или вот сюда прям там поставьте, вот сюда, туда. Нет, да. И рукой завалиться на колено. Семья Волковых на необычной фотосессии, которая стала подарком за участие в проекте телеканала ОТВ. В ноябре медиахолдинг отметил 16-летие, и к этому событию был приурочен проект ОТВ «16 лет вместе». Участники должны были повторить снимок, сделанный много лет назад. И Анна Волкова, по мнению жюри, лучше всех справилась с этой задачей. Фотографии были наиболее сделаны, как бы сказать, то есть они соответствовали требованиям конкурса. То есть была фотография, сделанная там 16 лет назад, и она практически новая фотография, которая была сделана в наше время уже, она практически полностью повторяла ту фотографию. Приз конкурса «Профессиональную фотосессию» победительница решила разделить со своей семьей. По словам Анны, ее дочки слишком быстро растут, и хочется сохранить каждый момент их взросления. А муж всегда с радостью поддерживает идеи супруги. Познакомились мы на работе. Уже 5 лет в браке. До этого еще год встречались вместе. Ну, семья мы активная, дружная. Очень любим участвовать во всяких конкурсах. Очень много грамот у детей. И вот решили, на ОТВ увидели, что проводится конкурс, и решили поучаствовать. Главный член жюри проекта ОТВ «16 лет вместе» Андрей Голубев. Известный челябинский фотограф, член Союза фотохудожников России, лауреат всероссийских, региональных, областных конкурсов и признанный мастер театральных фотографий. В его объектив попадали звезды разной величины, но для признанного мастера и обычные челябинцы тоже звезды. Фотосессию для наших победителей он проводит с применением всех современных технологий. Отдаю я всю фотосессию. Даже фотографии, которые, на мой взгляд, не получились. Потому что очень часто героям фотосессии нравятся другие фотографии. Кстати, по словам Андрея Голубева, в преддверии новогодних праздников фотосессия – отличная идея не только запечатлеть важный момент жизни, но и создать праздничное настроение. К тому же оставлять на память свою улыбку можно не только в фотостудии, а, например, в сказочном лесу. Было бы желание. Алена Чеплыгина, Артем Большаков, ОТВ.